Вот, здравствуйте, вот мой 68-й дом. Просто вот септик, который без того был полный. Я даже не могу сейчас туда добраться, чтобы показать, что в септике. Сегодня я вызвала машину, потому что все, там уже просто сейчас уже, я уже запрещаю детям открывать краны, вот это вот все, потому что септик полный. Живем 4 дня. Дом 83, живу 2 дня. Большая семья, 9 человек. Смотрим септик. Септик уже полный. Вода идет под фундамент, подмывает, развивает. Вот видите, вот это все.